Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Вмените с Кирилл Путболови, не забывайте выделить маник при регистрации. Если вы видите маник и прохождение третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить мой промокод, пишите хэштег Кирилл Ютуб. На шестом уровне вы получите за него очень даже хорошие плюшки. Сегодня у нас, короче, будет обзор, получается, на очень интересную машину, которая стоит, пацаны, на минуточку 100 миллионов рублей. Это достаточно много, поэтому я думаю, обзор будет интересный. Давайте реально покажем на этой серии большую активность, потому что видео реально интересное. Я думаю, не каждый снимал видео про подобный автомобиль. Поэтому, пацаны, давайте наберем на данной серии 100 лайков. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Но перед тем, как мы начнем обзор, я хотел бы поблагодарить очень хорошего человека, это Александр Маневич. Он мне, получается, предоставил эту машину на тест-драйв, и также он мне сделал очень хороший подгон. Он мне подарил 10 миллионов и поселил меня к себе в дом на Рублевке. Реально, хороший пацанчик, я его еще давно знаю. Может быть, кто-то еще помнит, как он мне Тигр военный дарил, и сейчас он, типа, очень круто развился. И у него 3 дома, там очень классный автопарк, давайте я зайду, покажу. Здесь только мой крузак стоит, все машины остальные его. Вот у него гелики. Есть Yamaha, есть Mercedes, есть еще один Mercedes, в принципе. Реально, пацанчик развился очень хорошо, и мне очень сильно помог тем, что он меня поселил к себе домой и подарил мне, пацан, 10 миллионов. Это достаточно много. Большое просто ему спасибо, если он это смотрит. Здесь как бы есть мой крузак, на улице стоит мустанг и вертолет. И вот у него еще одна машина есть. Самая дорогая, я так понял, это получается грабовозка. Ну, она именно по Карпасу так называется. Вот, Карс пишем, и вот грабовозка она здесь называется. Он мне дал ключи от нее чисто, чтобы я ее посмотрел, потестировал. Так, давайте как-то информацию можно посмотреть. Комплектация автомобиля, здесь у него полный тюнинг, в принципе. Я не знаю, какая у него госцена, типа, эта машина, пацаны, не с автосалона. Эта машина продается администраторами под заказ. И данный автомобиль стоит около 100 миллионов рублей, пацаны. Это достаточно много, типа, ну, мне внешне эта машина нравится, и едет она тоже даже очень неплохо. Давайте, кстати, попробуем открыть сзади машину, типа, посмотреть. Так, давайте сюда прям подойдем. Вот, она открылась. И давайте посмотрим, что у нее там сзади находится. Или назад нельзя сесть. Давайте вид от лица заценим просто. У-ля-ля. О, вот, мы можем посмотреть, что сзади находится. Так, сзади у нас цепи, какое-то покрывало, там какой-то трупак лежит и какие-то ящики. Наконец-то я посмотрел, что в середине, потому что я хотел открыть задние двери, чтобы именно посмотреть, что находится в середине фургона. В середине все из железа, как видите. Ну, реально прикольно. Мне машина реально очень понравилась. Я думаю, не зря он ее купил. Конечно, я не знаю, 100 миллионов стоит за такое давать или нет. Ну, это как бы эксклюзив, пацаны. И таких машин, скорее всего, может быть, полный тюнинг, пацаны, полный привод просто, не, это реально жесткая машина. Да, у него полный привод, короче, пацаны, и реально это круто. Максималка у него, по-моему, 184, это очень даже неплохо для такого грузовика, типа максималка 184, хотя, возможно, не стоит режим спорт, а вот 190, 194, нихера себе, 198, 201, 201, пацаны, чтобы понимали, у меня крузак едет, по-моему, 100 с чем-то, а мустанг, по-моему, 260 едет, если я не ошибаюсь. Вот, в принципе, здесь написано, что машина называется грабовозка, владелец Александр, он мне просто ключи передал, пробег 3700 километров. Состояние авто 91 из 100. Номеров-то нету. Ну, мне эта машина реально очень интересна была. И я специально у него попросил еще вчера, типа, записать видео про нее. Он мне дал ключи. Сейчас, я так понял, он в сети. Так, Александр Маневич. Да, он в сети, в принципе, но он АФК 30 минут. Но можно будет, пацаны, знаете, что сделать? Записать, типа, ну, про его имущество, возможно, взять у него интервью, типа, как он развился. Потому что у него дом есть, получается, на Рублевке, где я сейчас живу. Он меня приписал. На Рыбалке и в Южном, по-моему, есть квартира. И также, может быть, какой-то еще бизнес есть, я этого не знаю. Но можно будет, знаете, у него взять интервью, либо записать, типа, обзор на его имущество. Я думаю, это будет тоже интересно. Если вы хотите, то напишите об этом в комментариях. Но так, что вам еще, пацаны, рассказать? Машинка реально прикольная, симпатичная, эксклюзивная, необычная. Поэтому, я думаю, не зря он за нее столько денег отдал. Едет она очень неплохо. Хорошее ускорение, хорошее управление. Полный привод, реально годная машина. Хотя, не знаю, можно ли это назвать машиной. Но внешне она мне очень нравится. Я бы себе тоже такую хотел бы. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если хотите, я запишу обзор на имущество Александра. Конечно же, если он будет не против. Машинка реально прикольная, мне понравилась. 100 миллионов, я думаю, она стоит. Реально прикольная машина. Я таких, если честно, ни у кого не видел вообще. Я в первый раз увидел эту машину у Александра и был очень сильно удивлен. Именно поэтому я решил записать видео. Все, пацаны, давайте наберем на это видео 100 лайков. Все, всем пока-пока.